Окрасится небо багряной зарею, и вечное солнце над миром зайдет. Татьяна Воскобойникова из поселка Володарского, мама троих детей. У нее две дочки и сын. Работу мамой она совмещает со службой в полиции. Быть может, поэтому с дисциплиной в их семье всегда было все в порядке. Впрочем, сама Татьяна признается, секрет счастливого материнства совсем в другом. Материнство – это, наверное, прежде всего любовь. Потом, как мы сказали, мудрость. Потому что мудрость должна быть обязательно, чтобы не обидеть никого, чтобы все как-то в гармонии развивалось, все росло, и все потом дало плоды. А плоды, конечно, опять будут та же самая любовь. Когда нужно что-то помочь ей, и мы всегда придем к ней на помощь, она придет к нам на помощь. Мы очень любим проводить много времени вместе, потому что это сплочает. И так что все хорошо у нас происходит. Все проблемы решаем совместно, и поэтому как бы у нас нет таких старших, младших и обязанностей. Поэтому все так легко дается, потому что решаем всегда все проблемы вместе. В семье Федоровых пятеро детей. Многодетная мама Юлия сама когда-то воспитывалась в большом семействе, поэтому, повзрослев, твердо решила, детей у нее будет много. И пять, как уверяют счастливые многодетные родители, для них не предел. Это очень интересно. Каждый из них не похож на другого. У каждого свои способности, свои таланты. Мы с мужем стараемся вот в каждом ребенке замечать эти таланты, раскрывать их. Дети посещают различные кружки, занятия. Вы знаете, вот через своих детей я самореализуюсь. У Евгении Солоповой спортивная семья. Ее сыновья профессионально занимаются карате, а дочка – гимнастикой. Старший сын Кирилл за свои заслуги в спорте в этом году был удостоен стипендии главы Ленинского района. Такие успехи были бы невозможны без каждодневного труда самого близкого человека – мамы. Отдыхать мне совершенно некогда. Я занята 24 часа в сутки. Работаю я мамой. Горжусь всеми своими детьми, потому что у них успехов много у всех. Учатся все на отлично. Все мои дети отличники. Поэтому действительно мамой быть большое счастье. Мамой моих детей, по крайней мере. Олеся Ефремова из Мисайлова тоже мама троих детей. Старший сын Алексей – победитель российских и международных соревнований по тэквондо. Средний Михаил всерьез увлечен робототехникой, а младшему Ванечке всего лишь полтора месяца. Олеся уверена, многодетной мамой быть под силу любой женщине. Дети – это моя жизнь, потому что многие говорят, да, это тяжело, как ты воспитываешь троих детей. Это очень легко и просто, да. Тяжело первые три года, морально, материально, может быть, а дальше-то все легко. У Надежды Кондрахиной из Горок Ленинских также трое детей. Семья у нее творческая и разносторонняя. Дочка отлично рисует и танцует, сыновья занимаются вокалом и борьбой, да и сама Надежда преподает детям в местном доме культуры тестопластику. Материнство для нее – истинное призвание. До рождения детей я была совсем другим человеком, а сейчас я поняла, что дети – это мое призвание. И если была бы возможность, я бы еще родила ребенка. Она добрая, нежная, ласковая, очень сильно любит нас. Любит с нами делать разные поделки, всегда найдется время для нас. Она все время с ними занимается постоянно, они у нее заняты. Настенька занята полностью рисованием, все время ходит на какие-то кружки, танцы. Она старается развить их, чтобы им было интересно жить. Вот такие они, многодетные мамы нашего муниципалитета. Такие разные, но всех их объединяет одно – безграничная любовь к детям. Екатерина Борисова, Кирилл Иванов, Ольга Садовская, Фитнет ТВ.